Всем привет, ребята! Сегодня я хотел рассказать о старых предновогодних поездах метро и о вагоне типа А. Погнали! На поезд в сторону станции Парк Победы посадки нет. Для вашей безопасности отойдите от края платформы. Следующий. Новогодний Русич. Станция Киевская. Переход на Кольцевую и Филевскую линию. Выход к Киевскому вокзалу, павильону МЦД и Кар-экспресса в аэропорт Внуково. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Парк Победы. Платформа справа. Будьте осторожны при выходе из вагона. Следующий. Новогодний Русич. Трехдверная секция. Станция Киевская. Переход на Кольцевую и Филевскую линию. Выход к Киевскому вокзалу, павильону МЦД и Кар-экспресса в аэропорт Внуково. Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – Парк Победы. Платформа справа. Будьте осторожны, выходя из вагона. Так, переходим на станцию Киевской кольцевой линии. И тут что приезжает? Новогодняя Москва 2020. И вот так. Да, вот так. Может. Давайте вот так. Приезжаем до станции Комсомольская. Вращаемся со скоростью 20-20. Переходим на Сокольническую линию и смотрите, что едет. Это же новогодний вот такой. Открывается. Следующая станция Красносельская. Так, едем до Лубянки и потом пересаживаемся в Кузнецкий мост. Там едет ёжик. Едем до Хорошовской, потом до Дневного центра на Москве 20-20 и пересаживаемся на Солнцевскую линию. Тут, смотрите. Это новогодние маски. Следующий. Ну, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.